Они как бы уникальная ресурсоснабжающая организация, которая объединяла в себе и сети электроснабжения, водоснабжения, да, которая имела свои котельни, сейчас находится, по сути, на грани банкротства и вынуждена распродавать свои самые ликвидные активы сомнительным способом, дорогие друзья. Ставленники опального экс-вице-губернатора Тузова довели ЛГЭК до колоссальных убытков. Брали непонятные кредиты, непонятно зачем покупали земельные участки, полностью провалили программу модернизации сетей, что отмечали другие директора и управленцы данной организации. Брянский директор, который также имел опыт разорения и банкротства предприятий, провел сделку по продаже сетей по Уроссети. Однако должников у ЛГЭК от этого не убавилось. Расплатились только с крупным Навитеном, а многие другие подрядчики продолжают судиться. Также ЛГЭК должен своим учредителям, Сбербанку, у кого в Дручаковско-Тузовскую бытность ЛГЭК брал эти кредиты, причем, как я уже говорил, непонятно на какие цели, и куда делись средства от продажи сетей ПАО МРСК. То есть, да, можно задать вопрос, где деньги, ЗИН, куда делись деньги, то есть расплатились с крупным подрядчиком, с другими подрядчиками, до сих пор не рассчитываются, есть судебные процессы, вот, поэтому надо обратить на это очень серьезное внимание. Но необходимо перейти еще к более другой сомнительной сделке, это концессия с РВК. В сегодняшних условиях передавать иностранным гражданам стратегические объекты, объекты водоснабжения, вода – это жизненно важный ресурс для наших жителей, я считаю, ну просто каким-то преступлением против нашего государства. Мало того, что фирма-концессионер, которая сейчас передает сети водоснабжения, имеет уставной капитал в размере 10 тысяч рублей, это конечные бенефициары является у нас банк ВЭБ РФ и два гражданина Израиля, это Герман Хан и Михаил Фридман. Причем в группу ВЭБ входят такие организации, тоже немало сомнительные, как Роснана, такие организации, как фонд Сколково. Я напомню, что руководитель фонда Сколково Аркадий Дворкович, он критически высказался о действиях России на Украине. Как в такой ситуации мы можем передавать стратегические объекты, по сути, да, ну я не буду говорить, да, национал-предателям, но все равно понятно, каким инвесторам. Михаил Фридман также выступил с осуждением действий России. Как таким учредителям передавать жизненно важные ресурсы, я не знаю. Необходимо проверить эту сделку. А, кстати, перейдем непосредственно к деталям этой сделки. По моей информации, сумма арендных платежей в год составляет 90 миллионов рублей. И на сегодняшний день также, насколько я обладаю информацией, РВК Липецк ЛГЭКу ничего не платит. Вот, это серьезная вещь. И 200 миллионов выручки, я напомню, ЛГЭКу приносила только одна вода. Только по одной линии водоснабжения мы получали 200 миллионов. А сейчас этот концессионер будет платить 90 миллионов в год. То есть несоразмерные арендные платежи этой организации. Вот. Договор аренды зарегистрирован. Однако, насколько мне известно, Росреестр зарегистрировал сделку без перечня имущества. Необходимо также проверить саму сделку. Как они могли это вообще провернуть? Помимо этого, стоит обратить внимание на финансовую модель этой сделки. По этой сделке ежегодное повышение тарифов может достичь до 20%. Учесть, что здесь идет противоречие с постановлением правительства, что мы не должны повышать тарифы на воду не более чем на 4%, а конституционное соглашение противоречит постановлению правительства в этой части. Вот, кстати, тоже интересная вещь. Если РВК Липецк не соберет с граждан полную стоимость, да, тарифов, ну, кто-то не заплатит, мы же знаем, что имеют место быть такие моменты, то Липецкая область берет на себя обязательства по оплате, то есть это так называемая концессионная компенсация, да, концессионная плата, которая упадет на плечи наших налогоплательщиков, на плечи жителей Липецкой области. В это тяжелейшее время, дорогие друзья, по сути, когда весь западный мир обложил нас санкциями, Израиль также присоединился к этим санкциям. Если мы, да, должны беспокоиться о национальной безопасности и говорим какие-то патриотические вещи, я думаю, что это совершенно идет вразрез генеральной линии, и передавать таким концессионерам жизненно важные
сети коммунальные, жизненно важные ресурсы, я считаю просто преступлением. И я думаю, что мы должны проверить эту сделку, может, отдельно этот вопрос вынести на комитете. Почему я говорю сейчас в разном? Потому что ситуация напряжена. Сейчас эту сделку как бы пытаются провернуть, и эту, мы должны не допустить эту сделку, ее полностью проверить, досконально те факты, которые были изложены мной сегодня на комитете. И, конечно, таким концессионерам, гражданам Израиля сегодня передавать наши с вами городские коммуникации, я считаю, преступлением. Если вы видите в данном случае нарушение, ну, имеет смысл, конечно, сформулировать обращение муниципального органа власти. И, соответственно, если вы не видите, что ответ вас не удовлетворяет, вы знаете, что есть контролирующий орган. Касательно концессии. Заключение договора концессии под гарантии областного бюджета возможно только при внесении соответствующего областного закона о бюджете в комитет по экономике. В настоящий момент данного не вносилось, поэтому если он будет вноситься, естественно, будет очень серьезное обсуждение, детальное обсуждение по договору концессии. То есть ни одного рубля гарантии сейчас областной бюджет не предоставляет.